Hi there, меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Сегодня у нас на очереди разбор из новой рубрики модного журнала Vogue, посвященной тревожности и стрессу. Гостем программы стала американская супермодель Кендалл Дженнер, известная благодаря реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians. Сейчас мы разберем последний, четвертый выпуск. В ходе него Кендалл с Лори Готлиб, психотерапевтом и автором бестселлера New York Times, обсудят, как тревожность за будущее влияет на настоящее, какой эффект она имеет на память и какие пути борьбы со стрессом существуют. Учите английский увлекательно с Puzzle English. У нас на платформе в разделе «Видео пазлы» вы можете выбрать любимый сериал или фильм, выучить незнакомые слова и фразы, а после просмотра закрепить знания, сделать несколько упражнений на грамматику. Занимайтесь каждый день, и совсем скоро вы сможете понимать абсолютно все, что говорят герои вашего любимого кино. Let's go! I know that I live a very fortunate lifestyle. I know that I might not have some of the daily struggles that some people might have. I have a really great family. I have a wonderful job. I'm stable financially. I'm very blessed and fortunate. It doesn't mean that I don't have crippling anxiety. Начнем разбирать кусок со слова fortunate. Это означает везучий, удачливый. Это слово в отрывке повторяется несколько раз. Кендалл хочет показать благодарность за то, что ей в жизни повезло. Давайте и мы составим предложение с новым словом. He was extremely fortunate to survive. То, что он выжил, невероятное везение. Или можно еще перевести как ему невероятно повезло выжить. It was fortunate that the water was shallow. Нам повезло, что было не глубоко. Также запоминаем предложение I am stable financially, что переводится как я финансово стабильна, или можно перевести так же, как у меня стабильный доход. Crippling anxiety. Это такой прям вот уже термин даже сложившийся. Это такая парализующая тревога или тревожность. К сожалению, много кому такое состояние знакомо. Кендалл объясняет, что несмотря на идеальный, если посмотреть со стороны, образ жизни, и у нее порой случается подобное. I, for example, really don't like public speaking. Like, it makes me really nervous and uncomfortable. But then there's moments in my life, you know, as a public figure that I do have to kind of be in that position. It's just so many eyeballs looking at you at one time. I've messed up before too. And it does, and you know, people still bring it up to this day. Like... Really don't like public speaking. Здесь вместо того, чтобы использовать слово really для усиления смысла несколько раз, можно заменить это все более заряженными глаголами. Really don't like — это что, да? Очень не люблю, ненавижу. To hate или to loathe. Если хотите как-то разнообразить свою речь. Public speaking — это любое выступление на публике, и public figure — это, соответственно, публичный деятель, кто-то медийный и знаменитый, как, допустим, вся семья Кардашьян, Кардашьян, по-русски по-разному называют. Слово eyeballs — интересное использование здесь, буквально переводится как глазные яблоки, да, но из контекста очевидно, что Кендалл имеет в виду много глаз, смотрящих на нее во время выступлений. Обращаю ваше внимание на фразовый глагол to mess up. Как в народе говорится, лажать, облажаться, опростоволоситься, если кто-то еще использует это слово. I feel so embarrassed, I've completely messed up. Мне так стыдно, я полностью налажала, да, или я все сделала не так. Фраза to bring something up означает поднять или затронуть какую-то тему в разговоре. She tried repeatedly to bring up the subject of money. Она несколько раз пыталась завести разговор о деньгах. Anticipatory anxiety is when you are feeling anxious about something that hasn't happened yet and may never happen. So you're anticipating that something catastrophic or disastrous is going to happen. Oh my God, that's me. Если вам знакомо такое, оставляйте плюс в комментариях. Anticipatory или to anticipate или anticipation, которые переводятся как ожидать или ожидание. Catastrophic или disastrous являются синонимами и означают катастрофический, ужасающий, страшный. Так чаще всего говорят про события. Выделяем фразу Кендалл «Oh my God, that's me». На русском она звучит следующим образом: «Боже, это же я». Именно так вы можете в следующий раз ответить своему другу-иностранцу, который пришлет вам какой-нибудь TikTok или мемчик про вас. The thing about anticipatory anxiety is people feel like it protects me to feel like I know what's going to happen. And eventually something bad will happen because it just does in life. But really what it is, it's kind of a hypervigilance. It's always
always being worried that the other shoe is going to drop. Right. Eventually в переводе означает в конце концов, в итоге. A cause имеет два значения. Существительное cause, то есть причина или повод. Кстати, cause еще может быть сокращенно от because. Cause, что значит потому что по причине. Hypervigilance означает сверхбдительность, когда кто-то не просто осторожен, а очень, как говорила Кендалл ранее, really, really осторожен. А в этом, друзья, хорошего, конечно, крайне мало. Выражение the other shoe is going to drop. Очень образное, используется, когда человек ожидает определенного события из-за причинной связи с другим случаем, да, то есть вот the other shoe, это же вторая, да, вторая тапка, второй ботинок, то есть первый уже упал, что-то произошло, и человек ожидает, что еще и вторая сейчас упадет, тапочка, чешка, то есть человек ждет подвоха. Допустим, так можно использовать, I kept waiting for the other shoe to drop, я все ждала подвоха. I think another thing that happens is people are perfectionists. Mm. And if you feel like there's no room for error, you're going to feel really anxious about it. Если вы говорите no room каким-то чувством, типа поведения, то вы имеете в виду, что это неприемлемо, этому здесь не место. Например, there's no room for laziness at university. Лень в университете недопустима, лени здесь нет места. I've been asking all the professionals that I've been speaking with just some advice or tips that, you know, viewers can apply to their lives and take home with them. To apply to life, выражение, да, значит применить в жизни. Речь может идти о знаниях, навыках, советах, о чем угодно. You can go to the freezer, grab some ice, and put ice in your hands. Okay. And what that does is when you're spinning, it redirects all of that energy, right, your senses to the cold on your hands. Yeah. And you rub the ice between your hands. And it takes you right out of where you were because now your whole body is focused on there's something very, very cold in my hands. Вот вам и совет от эксперта по поводу того, как справляться с тревогой. Лед всему голова. Ну что, друзья, оказался ли ролик полезным для вас? Знакомо ли вам это ощущение, о котором говорит Кендалл? Жду вашей обратной связи. Кстати, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски от Puzzle English. Нажимайте на колокольчик под видео. С вами была Кэт. I'll see you soon! It's a body.